Здравствуйте. Очень приятно находиться на этой передаче. Тем более, что ее название «Линия жизни» как-то очень тесно и созвучно с моей древнейшей профессией, которая, как вы не подумаете как-нибудь по-другому, это художник. Но художники – древняя профессия. Художественные наскальные росписи относятся много миллионов лет назад, и по ним мы можем разгадать линию жизни тех людей, которые жили когда-то. И для меня очень важна линия, потому что я всегда все свои произведения, все свои картины начинаю с линии. И из линии у меня появляются сюжеты, а дальнейшая уже живопись приходит созвучно им. Евгений Михайлович, глядя на ваши картины, многие говорят, что им нравится тот оптимистичный заряд, который от них исходит. Поделитесь с нами, как вам удается сохранять эту жизнерадостность, несмотря на то, что в нашей стране художникам не всегда легко жилось. И какого цвета ваша собственная жизнь? Ну, в принципе, я всегда считал, что живопись должна быть оптимистичной. Она должна излучать оптимизм. Я вообще не люблю пессимизм и считаю, что живопись пессимистическая – это просто неинтересно, она значительно проще, потому что это в основном сочетание черного, серого, и вокруг этого развиваются все события, и это не всегда интересно. Мне кажется, что любой художник, когда пишет картину, должен заложить видение не только свое сиюминутное, а как-то повлиять на зрителей, как-то лучше смотрели на жизнь. Вот, например, мой приятель Фазиль Искандер, к сожалению, его сейчас уже нет, он написал, что живопись Зевина утешает. Утешает не совсем, конечно, то слово, которое хотелось бы мне, но мне бы хотелось, чтобы люди и при нашей довольно-таки непростой сегодня и вчера жизни были как-то оптимистично настроены, думали о том, что все впереди и все впереди будет. Сегодня, кажется, ты уже практически подошел к тупику, но завтра как-то все это меняется. И, вероятно, все это Божье провидение, поэтому оптимизм – необходимое качество, которое нельзя терять никогда. Помогла или мешала вам линия жизни ваших родственников? Моя родословная – это отдельная линия жизни. Хотя, в принципе, ничего в ней нет и необычного. Мои родители – замечательные люди. Они были врачи. Папа мой был военным врачом, прошел всю войну и окончил свою войну в Вене. Был москвич, очень начитанный человек, хорошо знавший музыку, изобразительное искусство, и всегда в этом как-то поощрял мои все эти движения. В предках у меня несколько линий. Один мой дядя был бакинским комиссаром из 26, Яков Зевин, который учился у Ленина в школе Лонжемо и был ярым революционером, к сожалению, был расстрелян в 18 году в Баку. Другой мой дядя был знаменитый художник Лев Зевин, создатель группы 13, ученик Малевича, Шагала и Фалька. Малевич, очень редко писавший о своих учениках, написал о нем свое эссе. Сложилось так, что перед войной он очень нищенствовал и поступил работать ассистентом к Фальку во Вхутемас, знаменитому художнику авангарда начала 20 века. Помимо этого, у меня еще очень есть странное явление в моей биографии, даже не знаю, как
это охарактеризовать. Есть такой святой Зевин. Я не берусь утверждать, что это может быть родственник. И он празднуется 23 февраля. А 23 февраля – это мой день рождения. А Зевин – это фамилия. Может быть, это ангел-хранитель. Я ему очень благодарен за то, что он меня ведет по жизни. Скажите, пожалуйста, как сын врачей попал в архитектурный институт? Я рисовал, и у меня это неплохо получалось. И родители считали, что художник – это не профессия, а архитектор – это всегда будет профессия. А рядом с нами находился архитектурный техникум. Это был замечательный по тем временам техникум в Измайлове. И мне там очень нравилось. А в дальнейшем уже сам, после окончания этого техникума, опять же, по настоянию родителей, я поступил в архитектурный институт. Мне там было как-то скучно. И я стал интересоваться искусством, особенно искусством авангарда. Но кто-то мне рассказал, что замечательный архитектор начала 20 века Константин Мельников преподает на заочном. И меня это очень устраивало, потому что я хотел продолжать занятия живописью, и у меня получилось бы больше свободного времени. И я приложил все усилия и попросился Константину Мельникову на диплом. Когда я пришел в аудиторию, далеко-далеко сидел человек. Скромно-скромный. Он сидел совершенно один и как-то почти практически ни с кем не общался. Он уже был, конечно, не молодой, ему было глубоко за 70 или даже больше 80. И когда я попал вот в эту аудиторию, и мне говорят, ну, студенты говорят, ты что, у него будешь делать диплом? Это провальное дело, ты больше тройки никогда не получишь, потому что его абсолютно не любят все профессора, ведь диплом – это дипломная комиссия в завершении, это вы все знаете. Но, тем не менее, мы сделали хорошую работу дипломную, там, интерьеры, общественных зданий, библиотек, и я получил пятерку, что тоже было сенсацией на то время. Мне даже, помню, дали грамоту, и для Мельникова это было приятно, потому что все им как-то пренебрегали, а тут вот получилось хорошо. Он давал очень интересные советы, рассуждал на тему живописи. Он же был современник авангарда начала века, который был для нас, это было что-то невероятное. Мы стремились его познать, но не знали как. А тут живой человек. Я ему показывал свою картину, насколько я помню, даже что-то ему подарил. И что-то даже у него было дома. Мы ходили к нему в этот дом, в Кривоколенном переулке теперь. Там экскурсии проводятся. И вот человек с тяжелой жизнью, который сделал очень много до 30-х годов, а в 36-м году ему запретили заниматься архитектурным творчеством. И он смог только преподавать. Вот он как раз очень много рассуждал про линию. Мы рассуждали о конструктивных влияниях на все, что происходит вокруг. Я считаю, что это один из главных толчков в жизни, благодаря которому я уже продолжал дальше двигаться самостоятельно. У меня вот кольцо широкое, обручальное. Вот Мельников, у меня воспоминания такие детские. Он вот так водил по листам бумаги, у него было такое широкое кольцо. И я ему вот так всю жизнь подражаю, ношу такого же типа кольцо. Это просто дань моя учителю. Евгений Михайлович, вернемся в 70-е. Кругом сплошной соцреализм, социалистический реализм. Вас же яркого, амбициозного называют активным авангардистом. Как это удалось? Социализм, да, это было то течение и та жизнь, в которой мы жили. Но она мне не нравилась. Я уже как-то был вот испорчен, может быть, тлетворным влиянием Мельникова.
И мне хотелось что-то делать свое, интересное. Мне хотелось передавать не то, что мне велят делать, а что такое социализм. Это надо рисовать было колхозную жизнь. Жизнь счастливое будущее, не оптимистическое, как я считаю, а счастливое же будущее, которое не всегда оно было таким. А мне хотелось передавать свои ощущения от жизни, а не то, что чисто поверхностное. Причем этот социализм, он не всегда был высокопрофессиональным, в связи с тем, что это было типа ширпотреба, его нужно было много. В каждом колхозе, в каждом дворце культуры висели картины, отражающие нашу жизнь, наши заводы, фабрики. А мне хотелось сделать что-либо, что идет от души, что я понимаю и я чувствую, когда я вижу окружающее. Но это почему-то считалось, в то время не называлось авангардом, в то время мы назывались нонконформисты, то есть те художники, которые делают нечто, не связанное и с главным направлением этой жизни. И в связи с тем, что вот я не пошел учиться в институте художественном, и, как я считаю, правильно сделал, потому что за много лет учебы, когда люди учатся одно и то же, и одно и то же, и одно и то же, когда они уже кончают этот институт, у них творчество исчезает, у них получается чистый профессионализм, чистая работа, и исчезает впечатление яркие от жизни, которые мы получаем. Теряется инициатива. Я начал свою какую-то линию жизни, и мне хотелось ее вести индивидуально, поэтому я всю свою жизнь это делал и делаю. Многие задают банальный вопрос, что хотел сказать художник в своем произведении. Могли бы вы рассказать о картине памяти Дмитрия Шостаковича? Это давняя картина, она написанная мною в 70-х годах после смерти великого нашего композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Впервые эта картина экспонировалась на выставке в Доме композиторов. В этой картине мне бы хотелось изобразить именно седьмую симфонию Шостаковича, ленинградскую, в которой он писал во время блокады Ленинграда и в которой он вложил всю свою душу и все те переживания, которые испытывал художник в то время. Дмитрий Дмитриевич в этой своей симфонии изобразил все то тепло и всю ту любовь, которую он испытывал к народу в эти тяжелые годы. В этой картине я хотел изобразить движение музыки. Как говорят, например, музыканты, мы когда пишем музыку, мы видим картины, а мы, художники, говорим, когда мы пишем картины, мы видим музыку. В свое время был такой композитор Григорий Фридж. В Доме композиторов проходили музыкальные вечера, где игралась в то время неформальная по тем понятиям музыка Шнитке, Денисова, Артемова, Губайдулиной. И вот это был уникальный вечер такой, где были представлены мои произведения, мои картины, их выносили на сцену, и в это время исполнялись различные произведения художников. Каждый композитор практически выбирал ту картину, которая ему нравилась. Ставили ее на рампу, это были большого размера картины, и исполняли произведения.
А потом из зала задавались различные вопросы. Что думал художник, что думал композитор. Это было по тем временам крайне интересно. Но это вызвало неоднозначную реакцию в самом Союзе композиторов. Потому что к концу данного показа было сказано, что нужно это дело прекращать. После этого было совещание в Союзе композиторов, и эти композиторы, которые теперь всемирно известны, Шнитке, Губайдуллина, их разбирали на Союзе композиторов. У них председателем Союза композиторов был в то время Тихон Хреников, который хорошо относился к своим композиторам, не давал их в обиду. И данные композиторы, которые участвовали там, были в дальнейшем объединены так называемую «семерку Хреникова». Евгений Михайлович, на каком этапе своей жизни вы сами себе сказали «я художник»? И какая разница между тем, что вот вас признали зрители, или вашу картину купил коллекционер? Я еще был довольно молодым совсем человеком, и один довольно известный коллекционер, хорошо понимающий в творчестве, предложил мне поменять мои две небольших картинки на картину Сергея Герасимова 20-х годов. Меня это поразило. Сергей Герасимов 20-х годов, это для меня это было нечто потрясающее. Тогда я себе подумал, что, скорее всего, вероятно, я уже художник, раз меня меняют на такого профессионального художника. Причем тогда еще не было значимости этих художников авангарда, которые теперь стоят громадных денег. А вообще, в принципе, с точки зрения, когда ты продаешь картины, то для художника, вот для меня, очень важно, куда эти картины пойдут. Если просто их покупают, и ты не знаешь, что это и как это совершенно неинтересно. Это называется, что ты как будто бы бросил ее в прорубь. А вот когда покупает коллекционер, и особенно коллекционеры, они тратят свои деньги. Обычно это раньше были не богатые люди, теперь все изменилось. Но все равно это знающие люди, то это очень интересно. С картиной очень жалко расставаться художнику, потому что это все-таки твое дитя, ты это делал. И некоторые картины есть, которые просто жалко. А коллекционеры, обладая хорошим вкусом, всегда, к сожалению, или к их счастью, выбирают то, что им нравится. И нравится им всегда хорошее, процентов на 90%. Но иногда почетно быть в этих коллекциях, и не иногда, а очень часто, потому что они выставляют эти картины. И ты, зная это всегда намного дешевле, но это приятнее для художника, это большая разница, да. Евгений Михайлович, хотелось бы вашими глазами увидеть историю бульдозерной выставки. Как вы относились к происходящему? Это был 1974 год, сентябрь месяц, по-моему, 15 сентября. В свое время художники, нонконформисты, как тогда называли, которые группа Леонозовская, которую не возглавлял, но главным там инициатором этой группы был Оскар Рабин, теперь очень известный художник. Практически, я не знаю, музеев, где есть русское искусство в мире, где бы его картины сейчас не выставлялись. Он продается и на аукционах, и стоит очень дорого. В то время это был такой главный двигатель всей художественной, конформистской жизни в Москве, начиная с фестиваля молодежи и студентов с 1957 года. Уже люди увидели другую жизнь,
других людей, уже были привезены какие-то книжки, уже были разговоры, и как-то вот все это сдвинулось. И вот хотелось выставиться. А в то время нельзя было выставляться, если ты не член Союза художников. Где? А Рабин еще предлагал, я всю свою жизнь сознательную жил на даче на Николиной горе. И там большие такие зеленые заборы вокруг дач. И рассматривалось такое предложение сделать выставку на этих заборах. Я ходил, смотрел эти заборы и думал, где, как можно было бы повесить на этих ровных зеленых заборах картины. И это было бы, вероятно, тоже интересно. Но жизнь сложилась по-другому. И было предложено художниками вот сделать на пустыре. Подал заявление в Моссовет о том, что вот сделать такую выставку. На это не было никакого ответа. И все-таки вот художники решились принести туда работы. Я практически не участвовал и не понимал, как это можно выставиться на пустыре. Когда художники пошли на этот пустырь, там оказалось большое количество техники. И было большущее количество иностранных корреспондентов. Публики было мало. Ну и Оскар Рабин сказал, что вот все-таки будет выставка. В это время подбежали люди все, в основном в гражданском, и стали вырывать у художников работы. И говорят, какая тут выставка? Тут идет озеленение, тут идут работы, тут вот бульдозеры. Начали вырывать, бросать, топтать эти работы. Просто такое дикое какое-то такое вот варварство. Рабин вообще, считай, совершил героический подвиг. Он вместе со своей картиной вцепился в бульдозер и ехал. Я с ужасом смотрел и думал, не дай бог погибнет. И стали отбирать у многих картинки и бросать их на грузовики, как хлам просто. Картины теперь, которые висят на самом деле во многих музеях мира. Был такой герой Советского Союза Тяпушкин. Он был художник, член Союза художников. Он ходил в таком каком-то вытянутом свитере, и у него была на груди звезда героя. Он воевал во время войны и был на самом деле герой Советского Союза. И он схватил эти картины и стал кидаться с какой-то картиной на бульдозеры даже. Милиция, вот эти не знали, что с ним делать, ведь это же живой герой Советского Союза. Но, тем не менее, это все продолжалось довольно-таки недолго. Была очень плохая погода, шел дождь, поливальные машины поливали. Люди в грязи стали расходиться, и многих задержали, повели в милицию. Я не считаю, что это была выставка, но это была акция. Акция, которая показала, что в России все-таки есть неформальные художники, которые хотели бы выставляться. Евгений Михайлович, выставка в Измайлово наделала много шума в свое время. Расскажите, пожалуйста, про нее. Как вы приняли в ней участие? После бульдозерной выставки почему-то в правительстве изменилось мнение на тему художников. И буквально через 2 недели после переговоров различных была разрешена выставка в Измайлове. Что было совершенно удивительно, потому что, видимо, я так думаю, что власти подумали, что бороться с художниками, в принципе, как таковой политики-то, в общем-то, особенно-то не было. Если метро Измайловский парк, оно выходит прямо в лесопарк. В лесопарке была выбрана большущая поляна. На этой выставке я участвовал, она была совершенно официальная. И это было невероятно интересно. Пошло такое количество народу, что это было просто, его, это называется Вудстоком советский. Зрителей было, так считается, от 20 до 30 тысяч человек. Это было очень интересно. Это был праздник. Ходил Евгений Евтушенко, читал стихи. И много было известных людей,
Люди подходили, спрашивали, что это такое, как это такое, что это тут нарисовано у художников. Это было совсем уже другое восприятие мира, чем это было на предыдущей бульдозерной выставке. Зеленая красивая трава с желтой листвой, много людей, интересные картины, гуляния, люди устраивали пикники, сидели на траве. Это было для Советского Союза тех лет, это было нечто вообще, как будто бы прорыв куда-то. Куда-то мы вылетели, как в космос. Хотя потом выяснилось, что, например, из метро не всех выпускали сюда идти. Вот мне один художник, мой ровесник, рассказывает, что он не смог пройти, он учился в это время в художественном вузе, и стояли преподаватели художественных вузов на платформе из Маловский парк, и ловили своих студентов и отправляли их на поездах назад. Но это уже все прошлое и побочное явление. К сожалению, больше не было такого. Так что это на самом деле явление, которое вошло в историю. И дай бог, чтобы еще такие были. Евгений Михайлович, вас и ваших коллег назвали врагами русской культуры. Скажите, пожалуйста, за что и как обошлись с вами? Вот как раз после выставки в Измайлово вышла газета, в которой была статья, называлась «И вот рассеялся мираж». И вот там как раз вот упоминались эта выставка, насколько тут все бездуховно, насколько тут все неинтересно, насколько все тут это не отражает нашу советскую действительность. И ряд художников, включая меня, были в этой газете отображены. Мы не были диссиденты, мы никогда чисто политику не отражали. Но была такая тенденция, была такая, что и в дальнейшем тоже я разговаривал с людьми и говорю, я не понимаю, почему художников в данном случае преследовали. Например, абстракционисты-художники или художники, которые там конструктивисты и так далее, которые ничего такого не изображают, ничего не против власти, не против чего. А говорят, что вот сказали мне, что если вот начнут художники так отделяться, значит, начнется и другие какие-то движения. И тогда становится весь процесс неуправляемым. По сей день это все непонятно, но кончилось это тем, что в основном все художники уехали. Было предложено по туристической визе выехать, а потом лишали гражданства. Было изъято целое поколение и целое направление. Если врагов народа отсылали в Сибирь, то врагов культуры отсылали на Запад. К счастью, все сохранилось. На мне лично это, откровенно говоря, никак не отразилось, потому что я, как я уже сегодня говорил, я оптимистически был настроен всегда. И я считал, что это просто какая-то чепуха, и все это пройдет, и все станет на свои места. А что такого особенного? Ну, делали, рисовали картину. Ну, нравилось людям. Кому нравилось, кому не нравилось. Было даже интересно послушать, кому это не нравится и почему. Поэтому ехать за границу я никогда не хотел. Потому что, и, вероятно, правильно в те годы это было. И живописью заниматься на Западе получалось по-другому. Когда я впервые, помню, попал на западные выставки, ну, это было уже в 80-х годах, и с одним искусствоведом английским, и мы вошли в выставочный зал, он говорит, вот как легко определить русских художников? Я говорю, как же вы определяете? Он говорит, по нерву, который исходит от их картин. И в данном случае эти художники, которые уехали, у них там терялся нерв от состояния, в котором мы здесь находимся. Например, даже тот же Оскар Рабин мне говорил, что даже цвет потерялся. Если здесь был вот такой какой-то цвет, как я говорю, пессимистический, черно-белый и так далее, там уже в угоду как-то зрителям, а жить-то ведь надо. Появлялся розовые цвета и там всякие такие мягкие цвета, которые, ну, соответствовали той жизни. Поэтому меня в этом смысле Бог миловал, и у меня в этом смысле творчество довольно-таки естественно прослеживается за всю историю моей жизни.
вы относитесь к современному актуальному искусству? Что можете отметить из произведений актуального искусства в нашей стране? В последнее время вот искусство, современное искусство во всем мире, особенно вот в нашей стране, оно почему-то стало называться актуальным искусством. И все говорят очень интересные фразы, что Россия отстала чуть ли не на 100 лет от всего мира по развитию этого искусства, по развитию этой действительности, которая вот окружает сейчас весь мир, и все музеи мира пропитаны этим, хотя я не берусь считать это искусством, это не изобразительное искусство, это искусство, скорее всего, созидательное, ближе к театральному. Я вот пришел к одному выводу, что мы не просто не отстали, а мы, наоборот, обогнали всех. Потому что, вспоминая нашу историю, например, Малевич, это же художник, который создал «Черный квадрат». Ведь это же нельзя сказать, что это живопись. Такую живопись может изобразить каждый, но там есть глубокий внутренний смысл. Он хотел изобразить в этом все состояние, в котором находится изобразительное искусство на данный момент. Он как бы сказал, вот этим черным квадратом я захлопываю дверь всему изобразительному искусству, что не явилось правдой, потому что даже в дальнейшем он уже продолжал супрематизм. Но, тем не менее, это был поступок. Но Россия шла впереди всему этому. И я ставлю такой вот претенциозный пример этому. Как рассматривать, например, мавзолей Ленина на Красной площади? Ведь если смотреть на него не на как сакральное что-то, но это же произведение искусства, чистое произведение перформанса того начала века. Вот оно просто существовало уже к столетию. Это производит впечатление настолько большое, что по сей день туда ходят люди. Причем, что самое интересное с мавзолеем, что первый саркофаг, то есть вот внутри стекло, был сделан Константином Мельником, как раз моим учителем. Что говорить, что вот у нас нет перформансов. У нас перформанс такого уровня, что просто в мире нет такого. Писали гигантские портреты вождей, которые выставлялись на центральном телеграфе целыми такими анфиладами. Это типичная инсталляция того времени, потому что эти портреты были не творческие. Ведь я помню художников, которые рисовали эти все портреты. Они были выполнены по шаблонам. Была фотокарточка, например, Брежнев. Была фотокарточка, подписанная им лично, утвержденная. Можно было рисовать только именно в таком повороте головы. То есть это типичнейшие гигантские инсталляции. Берем демонстрации трудящихся. Там были парады, например, физкультурные, которые режиссировал Игорь Александрович Моисеев. Это фантастически, когда ты смотришь на это, то это видеоарт, как сейчас это называется. Поэтому я считаю, что мы даже в какой-то мере обогнали все западные эти дела. И теперь как-то так получается, что говорят, что вот то, что мы рисуем картины, это все устаревшее. А главное, это теперь вот это актуальное искусство. Ну, я считаю, мои друзья считают, что мы продолжаем бороться. Мы боремся за то, чтобы существовало искусство, потому что даже искусство, которое мы и тогда рисовали, нонконформистское, и теперь это реалистическое искусство. И я надеюсь, все возвращается к тому, с чего начиналось. Евгений Михайлович, это правда, что жизнь, полная запретов, была яркая, интересная и в каком-то смысле свободная? Что такое квартирные выставки и какие воспоминания у вас связаны с адресом улица Черкизовская, дом 8? Спасибо. После выставки в Измайлово была такая идея сделать квартирные выставки. Я участвовал в нескольких квартирных выставках. На одной из таких
колоссальных выставок это была квартира Рабина на Большой Черкизовской. В то время они получили трехкомнатную квартиру и взяли ее на первом этаже. А Рабин – это большая семья была. У него развешивались все картины по стенам. Причем даже в некоторых местах было сделано, вот как раздвижные шкафы сейчас, шкафы-купе. Они жили на первом этаже, жили невероятно аскетично. То есть у них не было вообще мебели. Они спали на матрацах, которые раскладывали на полу. А ели только вот на кухне, кухня была. А все картины висели. Всегда горел свет в комнате. Если человек шел по улице, он видел, что там что-то такое вот висит, и останавливались. Стояли люди и рассматривали. Если кого-то очень заинтересовал, подходили к двери, звонили, их пускали, они опять смотрели. И такая вот какая-то была запрещенная свобода, которая существовала. Потому что это личное пространство. Художнику хочется показывать работы. Бывало, что приходили из управления культуры и говорили, что вот такое, зачем вы все это делаете. Но с другой стороны, а почему? Это возможно. Можно ли сказать, что вы заглянули в будущее, когда написали в 82-м году картину «Застой»? Да, была такая картина у меня «Застой». Она была в 82-м году. Это вот как раз отображение той действительности, в которой мы жили. Хотя и выполненная в моих довольно ярких красках, я считал все равно оптимистичной. Это картина, на которой изображены схематически члены Политбюро. У каждого разделен на черную половину и на красную половину. Я всегда считал и так считаю, что в человеке есть два начала – хорошее и плохое – в каждом человеке. Вот это, видимо, такая моя оптимистическая позиция, которую я несу через всю свою жизнь, и я считаю, что это правильно. И вот изображены члены Политбюро, а посередине это стоит пустое кресло. Пустое кресло имелось в виду кресло Брежнева. Это сделано на фоне Дворца съездов. Там такой задник, который всегда был на съездах. Эта картина была такая довольно знаковая по тому времени. Она выставлялась на аукционе в Лондоне. И очень много и широко опубликовалось во всем мире. И я считаю, что это было не предвидение, это было отображение того, чего было. Потому что Брежнев вроде бы как был, но вроде бы как его и не было. Это был тот застой, о котором теперь говорят, что это стабильность. Возможно, и так. Кстати, у меня была еще в эти же годы была картина, чуть позже называлась «СССР. Могила коммунизма», которая тоже широко была представлена на выставках, потому что я считал, что настолько все как-то видно было, что как-то все начинает разваливаться, что в конце концов это приведет к развалу, и коммунизм останется в одной единственной стране, СССР. Евгений Михайлович, вашими ближайшими друзьями были Фазиль Искандер и Святослав Белза. А скажите, в чем трудности, когда пишешь портреты друзей и когда показываешь свои картины друзьям? Последние вот где-то лет 5-7 назад я как-то подумал о том, что нужно было бы написать портреты людей, с которыми мне вот приходилось общаться вот в Российской академии искусств. И я сделал полиптих, который назывался «Герой нашего времени».
с многими я дружил. Там были и Лихачев, там и Эльдар Рязанов, там и Фазиль Искандер, это вот уже близкие мне друзья, и Святослав Белза, Владимир Васильев. Описать довольно-таки сложно портрет друзей. Ты знаешь их, хочется написать их в своей манере, и чтобы тебе не делали никто никаких замечаний. Ну, в этом смысле Фазиль Искандер благодарный зритель. Но со Славой Белзой мы были довольно в близких отношениях. В смысле, он был хороший друг. Он замечательный вообще, я считаю, что гигантская потеря для телевидения. Его такой безвременный уход. И он был он красивый был. И он плохо разбирался, откровенно говоря, в современном искусстве. И ему и не надо было, вероятнее всего, и в этом разбираться. И он подошел мне и сказал: «Женя, сделай меня как-нибудь покрасивее, как-то неудобно». Но так как я его очень уважал, то я его долго очень бился. И, на мой взгляд, он у меня получился довольно красивый. Есть такая картина. У меня была целая серия, таких из серии натюрмортов. Это назывались они у меня «Груши в трусиках». У меня оживали эти груши. Помню, пришел Белза ко мне на выставку, смотрит, говорит: «Как же нельзя эта картина называется?» Я говорю: «Груши в трусиках». «Какие же, говорит, это трусики? Это же стринги». «Ты отстал, — говорит, — на столе, перепиши название». Это просто вот как смешной эпизод. Но Слава очень тонкий человек. Очень он всегда трогательно и хорошо относился к живописи. Дружны с выдающимся музыкантом Николаем Петровым. Что вас объединяло и какие вопросы вы обсуждали, помимо искусства? Николай Арнольдович Петров – мой ближайший друг на протяжении лет 40. Мы всегда были с ним соседями по даче. И нас объединило с ним, что мы в свое время задумали осуществили такой проект, как Российская Академия Искусств в 1994-1995 году, в который входили и входят все самые выдающиеся деятели искусства и культуры России. Он всегда старался всем помочь и за все бороться всей своей душой, всеми своими силами, а он был очень экспрессивный человек, и у него это очень хорошо получалось. В свое время, в начале перестройки, была продана вся коллекция радио, звукозаписи. Все было продано какому-то американскому бизнесмену. Его это дико возмутило. Он стал выступать в прессе, в телевидении, а выступал он всегда очень активно. Стал ругаться. Тем более, что в этой коллекции еще оказалось, его дед был басом в Большом театре. Василий Петров пел вместе с Шаляпиным еще в то время, и очень почитаемый Большой театр. И в конце концов он с этим бизнесменом подал на него в суд. Как-то реагировало сначала правительство очень слабо, но затем ему удалось. И правительство России как-то встало на его защиту, и как-то начались какие-то движения. Но в процессе этого он, эмоционально выступая, очень сильно задел этого бизнесмена. Тот подал на него в суд и присудил ему
моральный ущерб $1 000 000. Это была и сейчас колоссальная сумма, но тогда это было просто вообще, как миллиард. Вот. И у него описали имущество. И единственное, за что он боролся, что нельзя описывать рояль, потому что это средство производства, на котором он играет. А если ты, например, тебе описывает имущество, и ты, например, я не знаю, кто слесарь, у тебя нельзя ключ описать. Так вот он в этом смысле. Кончилось тем, что он победил. Все осталось. Это просто как один из мелких примеров того, что делал и выступал как гражданин Николай Петров. Я не берусь говорить о его музыкальных достижениях, они глобальны. Слышал, что вы делите людей на тех, кто любит джаз, и тех, кто его не любит. А каким делает человека джаз, и почему вы его полюбили? Джаз – это была одна из тех вот лазеек, типа вот квартирных выставок, которые я вам рассказывал. Почему-то джаз очень как-то во мне рождает энергию. В те годы в Москве, в 70-е годы, да и по сей день, было очень много любителей джаза. Было такое кафе даже, создан в 63-м году. «Синяя птица». Это на, теперь на Малой Дмитровке. И там проходили, постоянно проходили вечера. Хотя всегда говорили, джаз – это музыка толстых. Потом говорили, например, Хрущев про джаз говорил, от саксофона до ножа один шаг. И как-то типа... Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Какая проблема может быть в джазе? Это свободное воспроизведение музыкантами музыки и гигантская импровизация. Практически каждый музыкант в оркестре, он создает собственное соло, и он создает какой-то собственный образ. Им самим интересно, зрителям невероятно интересно. Я по сей день очень люблю джаз. Моим ближайшим другом является, вот хорошим другом является Даниил Крамер, замечательный джазовый пианист. И Николай Петров замечательно играл джаз, но он на публике редко играл, но дома постоянно играли джаз. У него была потрясающая коллекция виниловых пластинок джазовых. Это всегда было интересно, это заряжает, это свобода. Я вот тоже всегда, когда смотрю, показывают негритянские фильмы старые, там под джаз похороны идут. Я думаю, это, видимо, какое-то напутствие для будущей жизни, что человек уходит в будущую жизнь, и ему дается какое-то вот такое вот энергетическое сопровождение. Поэтому джаз – это замечательно. В вашей семье кто-то идет по вашим стопам? Есть кому передать кисть и холст? В прямую, конечно, кисть и холст. К сожалению, у меня некому. Учеников я тоже, к сожалению, не воспитал, потому что я никогда не занимался преподавательской деятельностью. Почему-то мне, как всегда, это было неинтересно. Может быть, вот теперь думаю, зря, но теперь уже сил нету. А заниматься... Надеюсь, в последние годы занимается всей моей деятельностью сын мой. Он занимается всеми моими выставками и здесь, и на Западе. Занимается так называемой дилерской, продюсерской деятельностью. И я надеюсь, сейчас у меня моя средняя внучка Виталь. Она сейчас поступает в университет на искусствоведческий факультет. И я думаю, что будет кому обо мне со временем написать. Но я надеюсь, что мои дети позаботятся о моем наследии.
мне было очень интересно на этой передаче вместе с вами, такие замечательные, участливые зрители. Еще хотел бы я сказать несколько слов, еще раз вот рассказав о себе. Вы понимаете, что эта линия жизни для художника – это очень важна. И хочу пожелать всего самого лучшего и вам, зрителям, и руководителям программы и канала «Культура». Спасибо. Спасибо.